всех приветствую. Сегодня проведем тренировку в кроссовере. Все будет делаться из положения лежа. Веса подбираем такие, что можно вполне сделать спокойно. 13 раз. Первое упражнение. Берем две ручки и тянем в район солнечного сплетения. Второе упражнение. Прикрепляем ручку к нижнему локтю и тянем на прямых руках животу. Следующее упражнение. Крепим ручку к нижнему локтю, упираемся ногами и тянем руки к подбородку. Следующее упражнение. Крепим прямую ручку короткую на цепь. И будем делать, пускать прямой корпус к полу. Раз. Два. Чувствуем легко. Добавляем. Следующее упражнение. Цепляем себя за одну ногу, делаем натяжение и приводим колено к грудной клетке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.
Следующее упражнение. Тяга корпуса к полу, но с одновременной тягой рук к животу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Следующее упражнение. Цепляем сразу обе ноги. Делаем натяжение и тянем уже два колена к груди, к животу. Раз. Следующее упражнение. Цепляем себе также за обе ноги, со стороны спины. Прикнули ножки. Следующее упражнение. Будем цеплять себя за одну ногу поочередно. Для удобства я использую ручку. Можно было легко оттянуть и прицепить. И затем уже аккуратно опуститься, используя свой вес. И опускаем прямую ногу к полу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
10, 11, 12. Чтобы поменять ногу, закидываем стопу под колено свободной ноги, подтягиваем еще ручки, отцепляем и меняем. Снова одеваем нижнюю полку, прямой, короткий. И поднимаем прямые руки вверх. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Далее подцепляем себя за обе ноги. Здесь я уже использую веревочки. Опускаем. Подцепляем себя сначала за одну ногу. Используя свой вес, обратно ложимся. Используя вторую ногу.5, 6,
Беремся за обе ручки, поднимаемся. Следующее упражнение. Цепляем себя в данном случае за левую руку. Ложимся на бок и прижимаем ногу ко второй ноге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Меняем ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующий. Цепляем себя за нижний блок. Ложимся и уже поднимаем вверх ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Пять, шесть, семь,
Еще раз цепляем ту же самую ногу. И тянем колено к груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще раз прицепляемся за другую ногу. Ложимся на спину, натягиваем колен и поднимаем вверх прямую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Меняем колен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все, делаем вдох, выдох и потянемся. Одной ножки. Другой. И вытянемся.